a season of restoration. Сегодня я хочу поговорить с вами о вере, которую невозможно отрицать. Я знаю, с чем вы сталкиваетесь, сидя перед телевизором. Эта пандемия затронула всех нас. Но я хочу сказать вам сегодня, братья и сестры, обетования Божии все еще «да» и «аминь». Вы переправитесь на другой берег, будете головой, а не хвостом. Закончите свою историю. Последнее слово все еще за Богом. Лучшие главы вашей жизни все еще впереди. Скажите «аминь» во имя Иисуса. Давайте поговорим о вере, которую невозможно отрицать. Многие ждут, когда Бог придет. Он пришел 2000 лет назад. Удивительно и драматично. Он открыл нам свою волю. Мы не будем сидеть, позволяя пандемии определять наше будущее. Лука 18:1-8. Однажды Иисус учил апостолов тому, как продолжать молиться и не останавливаться, а также не терять надежду. Он поделился с ними примером. В одном городе был судья, толстокожий, безбожный человек, который не боялся мнения других. В этом же городе жила бедная вдова, которая постоянно обращалась к судье. «Будь справедлив со мной и защити меня от угнетателя». Он некоторое время игнорировал ее просьбу, но она продолжала просить. Что она делала? Продолжала просить. В итоге он сказал себе, «Эта вдова постоянно надоедает мне, требуя своих прав, чтобы церкви открыли. Это хороший момент для того, чтобы прославить Господа. Безопасно и ответственно». Именно поэтому президент больше не приглашает на встречи религиозных лидеров. «Мы просим об одном и том же последние 15 месяцев. Позвольте нам открыть наши церкви безопасно и ответственно, потому что мы можем. Но мы будем стучать, пока это не случится. Хоть я и не религиозный человек, и мне нет дела до мнения других, я избавлюсь от нее, ответив на ее просьбу в справедливости. И приму решение в ее пользу. Какой-то брат, который смотрит нас по телевизору, сейчас сказал, «Это похоже на мою жену, и она оставит меня в покое. Просто отдайте ей кредитку». Иисус продолжил, «Вы слышали, что сказал безбожный судья? Он ответит на ее постоянную просьбу». «Вы слышали, что сказал безбожный судья?» Он не проводит параллель между неправедным судьей и праведным Богом. О чем он говорит? Если неправедный судья отвечает на постоянный уровень веры, то тем более праведный судья, ваш Бог, дарует справедливость вам. Он говорит, разве вы не знаете, что Бог, истинный судья, дарует справедливость всем своим избранникам, которые взывают к Нему днем и ночью? Молитва не должна быть для нас последним прибежищем. Мы должны жить с молитвой, постоянной молитвой. Когда говоришь с людьми, то они думают, что Бог все еще решает, какова Его воля о нас, о вашей жизни, о вашем будущем, об исходе вашей жизни. Если посмотреть на жизнь и скорби Иова, то мы увидим, что он буквально пережил ад на земле. В один день он потерял все. Иакова 5 глава говорит, «Вы знаете конец, который задумал Господь. Господь милостив». И после того, как Иов с терпением пережил все это, он получил полное Божие восстановление. Это было двойное восстановление за проблемы. Аминь. Бог благословил его. Люди думают, что Бог не хочет благословлять. Тогда чего хочет Бог? Люди думают, что рука Божия слишком коротка, чтобы ответить на наши молитвы. Люди думают, что события в мире должны влиять на исход нашей жизни. Многие критикуют тот факт, что у нас есть надежда. Но здесь мы видим вдову, у которой есть надежда.
Когда вы теряете надежду, ваша вера не может работать. Надежда не может быть нейтральной. Надежда — это благосклонное ожидание позитивного исхода, лучшего будущего. Завтрашний день может быть лучше. Экономика ЮАР может стать лучше. У моих детей может быть будущее и надежда в ЮАР. Бог говорит, что знает намерения вас во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Многие люди говорят разные вещи о Боге, и Богу нужно защищать себя. У Иеремии он говорит: «Я знаю свои намерения о вас». У Исаии: «Мой народ погибает». Из-за чего? Недостатка ведения. Многие люди не понимают послания веры. Они думают, что это неправильное послание. Давайте посмотрим, что говорит Иисус. Какая вера нужна вам, чтобы Бог начал двигаться в свое время, чтобы исполнять свою волю и свое слово в вашей жизни? У кого из вас есть мечта, которую Бог еще выполнит? Кто из вас верит в обетование? Кто из вас сталкивается с вызовом, который вам нужно преодолеть? Вы в нужном месте. Вы рождены свыше. Если вы верите, что Бог за вас, тогда поднимитесь на ноги и прославьте Его во имя Иисуса. Библия называет Евангелие «Евангелием надежды». Некоторые проповедники так проповедуют Евангелие, что воруют надежду у людей. Нет, когда мы проповедуем Евангелие, оно кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Оно наполняет вас надеждой, чтобы встретиться с неизвестным, чтобы победить в битвах, поверив Богу. Здесь сказано: «Разве вы не знаете, что Бог — истинный судья, дарует справедливость всем своим избранникам, всем вам». Первое послание Петра: «Вы род избранный, который взывает к нему днем и ночью. Он изольет на них своего духа. Он не замедлит с ответом и даст вам то, о чем вы просите». Я не сомневаюсь в этом. Я африканский проповедник, но это сильные слова. Бог говорит: «Я дам вам то, о чем вы просите, если будете настойчивы и не будете двоедушны, не будете вести переговоры о своей мечте, не будете слушать тех, кто говорит «нет», не будете сомневаться в том, кто я, а вы говорите: «Возможно, Бог испытывает меня». Нет, Бог испытывает вашу веру. Точнее, трудности испытывают вашу веру. А Бог готовит ваше избавление за кулисами. Я услышу аминь сегодня. Сказано: «Бог быстро явит справедливость тем, кто не сдается». Поэтому всегда молитесь, всегда ожидайте. Братья и сестры, наши ожидания — это приглашение для Бога. Но многие люди ничего не ожидают. Что будет, то будет. Доктрина людей так запутана в этом вопросе. Они думают, словно Бог все еще принимает решение о нас с вами. Когда Иисус висел на кресте, то сказал: «Совершилось». Все, это Новый Завет, лучший Завет, запечатанный кровью Иисуса Христа. То, что Адам потерял в Эдемском саду, Бог восстановил для нас с вами. Я говорю о духовной жизни, хождении с Богом, жизни в избытке, исцелении тела. Это часть вашего искупления. И даже если вы пойдете долиной ковида, вы верите, что Бог исцелит вас и избавит вас. Многие из вас ощущают симптомы ковида. Я провозглашаю Божье исцеление над вами. Бог убирает эту болезнь из вашего тела. Вы станете сильнее во имя Иисуса Христа. Скажите аминь. Он говорит, как та вдова. Продолжайте молиться и ожидать. Эта женщина столкнулась с нечестивым судьей. Аллилуйя. Судьей, который ни во что не ставит церковь, но эта вдова не собиралась сдаваться. И вот в чем ваша проблема. Многие из вас сдаются, бросают все. И вы делаете это прямо перед прорывом. Для многих из вас прорыв уже за углом. Но вы не можете увидеть его.
Вы должны смотреть на Иисуса, молиться и верить, стучать в двери небес больше 3 раз, пока эти двери не откроются вам. Вера, которую невозможно отрицать. Эта женщина не собиралась отступать. Иногда люди мира более настойчивы относительно каких-то вопросов в мире. Если посмотреть на то, что происходит в мире, то вы увидите, что одна женщина убрала молитвы из школ в Америке. Все потому, что она была настойчивой. Она изменила христианское правительство. Иногда мы, христиане, не хотим ничего делать. Учитывая то, сколько законов принимается сейчас, мы должны бодрствовать. Я устрою прямую трансляцию в соцсетях, чтобы христиане знали о том, что в парламенте есть много законов против Христа и христиан в целом. И все это хотят принять в ЮАР, пока мы боремся с ковидом. Очень хитро, очень. Нечестивый дух работает за кулисами. Церковь боится. Послушайте, что здесь сказано. Поэтому всегда молитесь, всегда ожидайте, как та вдова. И когда Сын Человеческий вернется назад, найдет ли Он такую неувидающую веру на земле? Если вы поговорите с обычным человеком, то у вас сложится мнение, что нужно принять обстоятельства. Иисус говорил о непростых обстоятельствах, но Он также обещает нам и победу над ними. Он говорит, что мы рождены от Бога, а рожденный от Бога побеждает мир. Мы не поддаемся обстоятельствам, негативу, давлению этого мира. Мы фокусируемся на Боге и приходим к престолу благодати, стуча снова и снова. Мы стоим щитом веры. Я знаю, что сегодня День Отца, и вы не хотите быть здесь, но вы здесь. Так что давайте прославим Господа. Эта вдова не была готова услышать «нет». Она не остановилась перед финишем. Она продолжала стучать. Именно так Иисус учит нас молиться. Она не говорит: «Но, наверное, в этом нет воли Божией для меня. Но, наверное, Бог не хочет, чтобы это произошло. А давайте-ка прославим Его во имя Иисуса». Иоанна 10:10 говорит, что Иисус пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Люди критикуют нас, называя проповедниками процветания. Я скажу вам сразу, я проповедник не процветания, а цели. Я проповедую цель. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его. Я благословлю вас, и вы будете благословением во имя Иисуса. Я не видел, чтобы бедные помогали кому-то. Бог говорит: «Я благословлю вас, чтобы исполнили свое предназначение». Уничтожайте бедность, поднимайте бедных, создавайте рабочие места во имя Иисуса. Мы проповедуем не процветание, а предназначение. В этом вся разница. В Евангелии от Матфея 7 главе в расширенном переводе говорится о вере, которая не сдается. Там сказано: «Просите и продолжайте просить». Кто из вас помнит, как вы делали это в детстве? «Папа, ну ты сказал, что мы пойдем плавать». И вы спрашивали своего отца об этом вновь и вновь. Почему? Потому что у вас был завет, он ваш отец. Этому сказано: «Просите и продолжайте просить». Он не сказал: «Просите, а когда вы не получите то, о чем просили, начинайте сомневаться». Он сказал: «Просите, продолжайте просить, и получите, ищите, продолжайте искать». Это говорит нам об определенном времени. Через веру и терпение вы не можете ограничивать Бога временными рамками. Но когда вы признаете тот факт, что обетование Божие истины, вы стоите на своем, как та вдова, и стучите, пока вам не отворят. Сказано: «Ищите, продолжайте искать, и найдете». Стучите, продолжайте стучать, и двери откроются вам. Что мы делаем? Стучите.
стучим раз, так еще раз, пытаемся молиться, дергаем эту дверь за ручку. Но сказано, что мы должны продолжать делать это. О! Открылось. Послание к евреям. В 4 главе 16 стихе говорится о престоле благодати. Библия говорит, чтобы мы приходили смело. Не как черви, но как сыновья. Как сыновья живого Бога, у ребенка есть определенные привилегии. У ребенка есть права. У ребенка есть доступ. Бог мой отец, он недалекий Бог. Ты говоришь людям, Бог желает благословить вас. А люди отвечают, как ты можешь такое говорить? А почему я не могу? Есть либо благословение, либо проклятие. Бог либо хочет благословить вас, либо проклясть. Сказано, что вы стучите и продолжаете стучать. Кто-то может постучать 3 раза, и двери откроются. Другому придется стучать, стучать, но двери все равно будут закрыты. И что это не означает, что Бог занят чем-то? Бог готовит ваше избавление за дверями. Ангелы борются за вас. Бог содействует вашему спасению. Бог занят. Двери остаются закрыты, но мы ходим верой, а не видением. Вот почему нас не должны тревожить закрытые двери. Нас должна волновать наша вера в Бога. Сказано, чтобы мы стучали, пока двери не откроются. Ищите, пока не найдете. Стучите. Сколько я должен стучать, пастор? Пока, как эта вдова. Продолжайте стучать пока. Будьте настойчивы пока. Молитесь пока. Примите решение не быть двоедушным. Иакова 1 глава говорит, что двоедушный человек нестабилен на своих путях. Да не думает такой человек получить что-то от Господа. Когда я взаимодействую с Богом, то делаю это на основании Его слова, не на обстоятельствах. Аминь. Потому что Его Слово вознесено выше имени Его. Его Слово — основание моей веры. Его Слово равноценно Его воле. В Библии нет стиха, в котором Бог сказал бы, «Следуй за мной, я прокляну тебя. Следуй за мной, я ограблю тебя. Следуй за мной, будешь бедным». Библия говорит, что нет никого, кто оставил бы дом, землю, богатство. То и это ради имени моего Евангелия, и не получил бы 100 крат в это время, несмотря на гонение, жизнь вечную. Мы не следуем за Богом, чтобы получить что-то, мы хотим служить Ему. Я имею в виду цели Царства. Мы отдали себя целям Христовым, а не жизни. Но когда мы следуем за целями Христа, то благословение Божие следует за нами, чтобы вы были благословением. Это не высшая математика, это Библия. Статистика говорит, что 47% молодых людей безработны. Но я не буду считать себя частью этой статистики. Я приду к Богу и скажу, «Боже, Ты создал меня, чтобы у меня была работа, будущее, надежда. Отче, я буду и дальше стучать, пока не получу нужную работу, нужную жену или нужного мужа во имя Иисуса. Я буду приходить к престолу благодати и буду стучать и стучать. Завтра утром я скажу, «Отче, я хочу напомнить, что верю в то, что Ты дашь мне работу. Я знаю, что Ты Иегова Ира, Ты мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Отец, у меня нет работы, но я не полагаюсь на что-то материальное, а на Твое слово. Ты сказал, что праведник не будет оставлен, и его потомство не будет просить хлеба. Отче, я знаю, что Ты откроешь мне дверь. Боже, Ты сказал, что я не должен переживать о завтрашнем дне. Я доверяю Тебе. Работа ждет меня. Бизнес идет ко мне. Прибыль идет ко мне. Благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни. На следующий день у вас также нет работы, но вы возвращаетесь к Богу и говорите, «Отче, вот он я. Ты Эл-Шадай, ты мой обеспечитель. Мой Бог восполнит все мои нужды благодаря Христу Иисусу. Отец, я поклоняюсь Тебе».
Через 5 недель вы приходите снова и говорите: «Отче, я все еще здесь. Я не уйду. Я знаю, что ты готовишь мое избавление. Я ожидаю хороших новостей, прорыва, освобождения. Ты мой Бог и Отец. Я поклоняюсь тебе». Вы можете оказаться в яме. «Отче, я поклоняюсь тебе». Вы можете оказаться в котле. «Отче, я здесь». Вы можете оказаться в животе кита, но вы принимаете решение принести жертву хвалы. Вы говорите: «Господи, ты благ, и твоя милость пребывает вовеки. Отче, я знаю, что ты со мною. Я не уйду, пока эти двери не откроются. Я пройду через эти двери к восстановлению во имя Иисуса Христа. Я увижу твою благость и милость». Тогда всем критикам придется замолчать, потому что они увидят благость Господа в земле живых. Воскликните «Аминь» и прославьте нашего Господа во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Давайте проведем параллель. У каждого из вас есть мечта для вашего ребенка. Я прав или нет? Вы мечтаете, чтобы ваш ребенок болел? Конечно же, не мечтаете. Так как вы можете думать о том, что у Бога есть подобные мысли о каком-то человеке? Это позор. Это неверное представление о сущности Бога в церкви. Бог любит вас. Он желает иметь отношения с вами. Возможно, вы никогда не отдавали свою жизнь Иисусу, но, может, вы хотите сделать это сегодня, глядя в телевизор. Вернитесь к Нему сегодня, на День Отца. Положите руку на сердце и повторите эту молитву со мной. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Я принимаю Тебя как своего Отца, Бога, Спасителя. Спасибо, Иисус, что умер за мои грехи. Я верю, что Ты жив. Сегодня я отдаю Тебе все во имя Иисуса. Аминь. Бог любит вас. Не сомневайтесь в любви Божией к вам. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что были с нами сегодня».